Добрый день. Сейчас сделаем Packtracer 933 HSRP Configuration. Итак, давайте начнем. Я делать буду примерно по шагам, но сам, то есть я не буду читать. Давайте приступим. Открываем R1. Enable Configure Terminal. И здесь заходим в интерфейс G01. И начинаем команды. Вот они здесь есть. Stand. Давайте я подвину. Standby version 2 ставим. Так, standby 1 IP 192 168 1254. Это мы скопируем, потому что оно нам еще пригодится. Копим. 254 вводим. Все. Теперь standby 1 priority. Priority. 150 нас там просят ввести. 150. И еще понимаю. А все. Так, стоп. Все, вроде ввелось. Нет, не ввелось. Или ввелось. Все. На всякий случай еще раз ввожу. Готово. R1 мы настроили. Теперь нам нужно настроить R3. Открываем R3. Enable Configure Terminal. Так, Configure Terminal. Заходим в интерфейс G00. И здесь вводим то, что я сказал. Ладно, сначала Standby все-таки version 2. Все. И теперь вводим вот это вот то, что мы скопировали. Все, у нас 60 баллов. Все сделали правильно. А теперь нам нужно настроить все остальные устройства. Это вот эти вот. В общем, да, вот эти вот. Давайте приступим. Ну, давайте с... начнем с них. Enable Configure Terminal. Что мы здесь вводим? IP. Default Gateway. 192. 168. 1.254. Во. И теперь вот это вот мы копируем. Нам оно понадобится на следующем. Все, вводим. И теперь на S3 вводим то же самое. Enable conf t. Paste. Готово. И теперь еще два пока настроить. IP configuration, default gateway. Вводим тот, что там. Ай, блин. Ладно, пойдет. Сейчас вот это вот я скопирую. Ctrl-C. Все. И все остальное стираем. Стираем только default gateway. Все. Готово. И также пока B. Configuration, default gateway заменяем. Все. Все, как видите, у нас 100 баллов, мы все сделали. Делайте по шагам, там еще шоу, стендбай, все такое, читайте это все и отвечайте на вопросы. На этом все, пока.